Всем привет! У нас в регионе невыносимая жара установилась. 35 в тени, 50 на солнце. Уже не первый день, все горит, птица вся страдает. Я уже снимала видео о своих поилках, которые у меня в колесе. Могу сейчас показать, как это выглядит. Секундочку. Вот так ставлю таз, буквально за 57 рублей этот таз в хозяйственном магазине в колесо. Но видео сейчас не об этом. Сейчас жара, и ставлю дополнительные емкости птицы. И хочу показать сейчас еще одно мое приспособление. Неиспользованных шин у меня уже не хватает. И ставлю просто тазы. Вот точно такой же таз за 57 рублей, но птица плюхается и делает вот такие грязные дыры, потому что вокруг таза вода, естественно, и вот эта грязь вся идет в таз. Что делаю, чтобы птица не заработала себе? Ну, она понятно, что грязь и так ест, но что я делаю? Вот такой кусок сетки, который есть в хозяйстве, неиспользованный. Кладу на землю кусок этой сетки. Ставлю таз, и тогда так, чтобы уголки сетки были вовнутрь, ну, туда, к земле, чтобы птичка не зацепилась за сетку. Вот так даже сейчас переверну, чтобы немножко другое сделать. Вот так вот. Ставлю на это дело таз. Сейчас еще обсыплю песочком все это вокруг. Сюда пару ведер вокруг песка насыплю, вокруг своей сеточки. И, естественно, чтобы птица у нас не подхватила никакую инфекцию в земле нарытую, раз в неделю обязательно наливаю воду с марганцовочкой, бледно-розовый раствор марганцовки. И, пожалуйста, раз в неделю обязательно птице наливаем воду с марганцовкой. Ну вот как-то так. Стараешься, особенно когда жара, птица пьет много, старается охладиться, старается как-то выжить в этих условиях. И мы тоже стараемся выжить в этих условиях и сохранить свою птицу. Ну вот как-то так, чтобы всем было хорошо. Все вот это вот и предпринимаем. Если была полезная информация, кому-то рада. Всем пока-пока и до новых встреч. Всем всего доброго. Пока-пока.